По предварительной информации, более 30 детей поступили в детскую больницу Бунайска с признаками отравления. Глава города Исмулдин Нургудаев сообщил о 34 госпитализированных детях. В региональном Минздраве уточнили, что у детей наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Состояние пострадавших по оценкам врачей средней тяжести. Возраст детей от 2 до 13 лет. Минздрав уточнил, что дети могли отравиться водой, но подчеркнули, что эта версия еще не проверена. В сообщении на сайте администрации Бунайска говорится, что пока связывать отравление и качество воды нельзя. В связи с распространением информации о том, что из городских кранов течет якобы отравленная вода, сообщаем, что в действительности факт поступления в городскую и особенно детские больницы горожан с признаками отравления имеет место быть, однако утверждать, что они связаны с питьевой водой, нельзя. В администрации уточнили, что сейчас устанавливается источник отравления, в частности, на экспертизу отправили образцы воды со всех источников города. При этом мэрия попросила жителей пока не пить сырую воду из-под крана. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!